Всем привет, ребята, меня зовут Руслана. А меня зовут Миша. Сегодня я вам расскажу, что делать, если моя собака слишком много лает. Подобное поведение может вызвать раздражение и привести к конфликтам с соседями. Не поощряйте лай собаки, говоря ей. Не обращайте внимания на лающую собаку и не вступайте с ней в физический контакт. Не оставляйте собаку одну слишком часто или на долгие периоды времени. Если собака останется, включите ей радио. Если собака лает в вашем присутствии, дайте ей команду лежать и скажите «тихо». Наградите ее за выполнение этих команд. Цель этих действий – дать понять собаке, что она получит награду за то, что лежит тихо, а не за то, что лает. Ведь для собаки лаять лежа – весьма затруднительное действие. Ребят, понравилось видео? Ставь палец вверх. И подписывайтесь на наш канал. И всем пока-пока-пока-пока.